Добрый день, мои дорогие, уважаемые подписчики и гости канала, на связи канал «Что в старой шкатулке». Меня зовут Руслан, всех приветствую, друзья мои, мира вам, добра, крепкого здоровья, мир вашему дому, мир в каждый дом. И сегодня я снова выбрался на болота, друзья, поискать интересные предметы. Ну, конечно же, было бы неплохо найти какие-то монеты, какие-то старинные предметы, но посмотрим. Что же я здесь обнаружу, друзья? Что же я здесь найду? Смотрите, тяжело искать, потому что, уже видите, болото вот так вот зарастает все. И искать очень тяжело. Ну, будем искать, а кто ищет, тот всегда найдет, друзья. Ну, что я нашел? Смотрите, вот такая вот приблуда металлическая от старого велосипеда, друзья. Видите, металл, вот звездочка и кусок педаля, друзья мои. Посмотрите, металл, друзья. Кто собирает металл, вот, пожалуйста. Вот такие вот остатки интересных старинных бутылочек. Наверное, 49-й год, смотрите. Видите, друзья, такое интересное вот клеймо. Очень много их здесь, кстати, нахожу. Смотрите, тоже 49 или же 42. Вот, видите, тоже такая вот. Такие вот стекла, очень много керамики, стекла битого. Друзья мои, какое-то вот бревно валяется здесь. Здесь вот даже вот советские игрушки попадаются. Друзья, смотрите. Вот такая вот игрушка от меча, видите, советского. Помните, такой был набор когда-то в советское время? Шлем там и шел. Потом меч и так далее. Вот, пожалуйста, видите, что осталось. Что осталось, друзья? Будем искать, находить. Пошли посмотрим. Поищем. Может быть, удастся что-то найти интересное, друзья. Может быть, монеты. А может быть, что-то интересное. Вот, смотрите, видите. Ищу, хожу глазами, друзья. Металлоискателя у меня нету. Я сейчас в командировке. Это славный, добрый город Чернигов, друзья мои. Ищем, ищем. Вот такой-то тоже здесь металл. Видите. Здесь когда-то жили люди, но это было когда-то, друзья, давно-давно. Вот, ищем, ищем, смотрим, находим. Может быть, какие-то медные провода нам попадутся. Медь — это тоже хорошо. Медь можно издать, почистить спокойненько. И все это можно, на это можно будет заработать, друзья мои. Смотрим. Смотрите, какая у нас природа здесь. Ну, красота просто, друзья. Ходишь и отдыхаешь. Душой отдыхаешь. Птички поют. Ласточки летают, друзья. Отличное, доброе настроение. Мирное небо. Чего и вам желаю, друзья мои. Разные предметы. Вот что-то я нашел такое непонятное. Какая-то ерунда. Посмотрел, ракушки такие вот, смотрите. Все посохло уже. Будем искать. Какой-то шланг. Смотрите, лежит. Ракушки. Да, уж. Здесь у нас какая-то вот тоже приблудка. От бутылочки, друзья, видите? Что это у нас здесь? Клеймо. Я очень люблю, когда такие вот клеймо разные, друзья. Смотрите, 88-й год, по-моему, да? 0,5 бутылочка от пивасика. Вот, смотрите. Очень много стекла, друзья. Ну, нас такое не интересует. Была бы хорошая бутылочка, не битая. Можно было бы взять. Ну, а так, если она битая, кому она нужна, друзья? Вот, пожалуйста, нержавеечка у нас. Нержавеечка, друзья. Видите, что-то было. Белый металл. Это тоже можно сдать в утилизацию. Посмотрим, походим. Ищем. Ищем. Я вчера прошелся. Ничего я не нашел, друзья. Немножко меди нашел. Проводочки всякие туда-сюда. Гильз очень много было.
такие уже, ну, состояние гильз не очень хорошее, друзья. То вот, смотрите, алюминий, уже я снова нашел алюминий, посмотрите, от мотоцикла, друзья, посмотрите. Сейчас откислотим, посмотрим. О, пожалуйста, деньги под ногами, друзья мои. Вот такая вот ерунда в алюминии, видите. О, тоже забираем. Это нам надо. Алюминий нам надо. А смотрите, вот я только что выбивал, да, и катушечка попалась советская, видите, с леской. И вот такая вот ерунда. Хорошо, можно забирать, друзья. Ищем дальше. Ищем. Пока монет нету, но мы не теряем надежды. Будем надеяться, что мы найдем монеты, друзья. Монеты для коллекции. Так, вот такой вот металлическая какая-то ерунда. Тоже черный металл, друзья мои. Вот кто живет в Чернигове. Потому что я смотрю, там есть один блогер. Парень собирает. Пластилин, по-моему, канал называется у него. Анатолий зовут его. Смотрел. Он так тоже ходит, какие-то свалочки там смотрит. Ищет. Вот, пожалуйста, приезжай на болота, если ты меня видишь и слышишь. Приезжай на болота сюда. И мы походим вместе, если ты хочешь. Пока я здесь в командировке в славном добром городе Чернигове. Друзья, можно походить и можно найти. Он там и металл собирает. Смотрите, сколько металла. Вот, пожалуйста, снова металл у нас. Прямо все под ногами. Ищем, бродим, ходим. Вот, друзья. Ну, пока что у нас? Вот такая вот алюминиевая крышка. Нашел. Сейчас будем дальше искать. Ходить. Ой, что-то было. Вот такая вот что-то было. Советская. А, резетка, видите? Старая была. Остатки пластмасса. Бутылочка такая вот интересная. Битая, друзья мои. Битая. Видите? Измерительная такая вот. Шкала здесь у нас. Советская бутылочка. Ну, тоже интересно. Тоже интересно, друзья. Тут что-то такое. Обувь советская, наверное. Или что это такое? Стекло. Такое вот. Смотрите, какое стекло, друзья. Видите? Вот стекло какое. Так, дальше. Ходим дальше, ищем. Ищем, друзья мои, ищем. Может быть, что-то и найдем. Вот было бы неплохо найти что-то интересное вам показать, друзья. Было бы неплохо. Арматуры куча вон, смотрите. Арматура торчит. Нужно аккуратно ходить, потому что можно и ногу пробить, друзья мои. Какая-то машинка, что это было? Посмотрите, что это такое. Какая-то тоже ерунда. Советские игрушки. Видите, какая-то машинка была. Так. Смотрим дальше, ходим. Друзья мои, не теряем надежды что-то найти. О, друзья, смотрите, я уже нашел. Посмотрите, кабель. Видите? Кабель, друзья. И кабель в алюминии. Кабель в алюминии, друзья мои. Опа. Интересно. Интересно. Хорошо. Отлично. Может быть, здесь еще и медь есть. А? Посмотрите. Угу. Неплохо. Неплохо. Уже немножко, смотрите, сколько алюминия. Видите? Бутылочки битые. Ищем, ищем. Смотрим. Внимательно смотрим, друзья. Ну и заодно почистим немножко болото, да? От металла, от алюминия. Это тоже надо делать, друзья. Лягушка прыгает. Так, смотрим, ищем. Гуляем, дышим свежим воздухом, друзья. О, какая была тарелочка, смотрите. Блин,
Друзья мои, посмотрите, может быть и царская четверочка вот такая вот, видите. Вот как жалко, когда хороший такой фарфор попадается, да, на болотах. Видно сразу, что здесь жили люди. И она битая. Ну, а вы посмотрите, какая красивая, друзья. Цветная. Цветная маленькая блюдечко, наверное, было. Вы посмотрите, что здесь изображено. Посмотрите, вот я немножко почистил руками ее. Посмотрите, какая красота, какое блюдечко. Ой-ой-ой, друзья мои. Грусть, печаль. Почему же не целая? Почему же битая? Вот ромашечки, смотрите. Какая-то речка. Вы посмотрите. Ну, это точно царская, друзья. Блин, ну. Вот такая вот невезуха у нас. И посмотрите, друзья, нашел я еще провод. Такой не провод, а кованый гвоздь. Видите, кованый какой гвоздь здесь. Опа. Ручная работа, кузнецы делали. Значит, здесь в этом, на пятачке в этом можно что-то будет поискать, походить. Может быть, что-то найдем интересное. Ну, фарфор интересный. Да, жалко, конечно, что битый, но ничего не поделать. Вот советская обувь, смотрите. Советская обувь. Здесь снова у нас какая-то керамика, смотрите. Фарфор. Остатки кружки. Остатки кружки. Да, жалко, конечно. Поищем, поищем, походим. Досмотрим, посмотрим. Может быть, какой-то и меди найдем. Арматура торчит, смотрите, видите. Бетон. Бетон. Смотрите, какой вот тут такая вот топка. Тут не залезешь, друзья. Тут надо сапоги брать. И сапогами все ходить, мерить. Ну, какой-то кабель торчит, видите. Да уж. Да уж, друзья. Что это у нас такое? Это не алюминий. Нет, не алюминий. Думал, что уже алюминий нашел. Это не алюминий, к сожалению. Ну, алюминий сейчас дешевый. Очень дешевый. Друзья. Цена совсем смешная на алюминий. 40 гривен. Совсем ерунда. У нас в Украине. Но собирать надо. Собирать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Слаживать, если есть где сложить. И все. И один прекрасный момент. Все сдать. И что-то заработать. Да уж, друзья. Что-то такое, какая-то тоже ерунда металлическая. Ну, все, наверное, буду заканчивать, друзья. Ни такого ничего хорошего не нашел. Буду ходить дальше. Если что-то найду, да, конечно же, вам покажу в коротеньких видео. Там я тоже снимаю короткие видео. Смотрите, вчера рыбалочка была. Ну, ловил не я там. Напарник ловил, карасиков наловил немножко. 42 карася поймал он на червяк. То я так наснимал, но смотрю, просмотров очень мало. А вот кто-то даже копал, видите? Вот что-то, кто-то что-то нашел. Значит, не только я здесь один хожу. Ну, это понятно. Понятно. Нужно ходить, потому что смотрю, что была вчера вот здесь вода, видите? А сегодня уже воды нету. Значит, нужно ходить, потому что я здесь еще не был. Так, ну что? Мои дорогие, уважаемые подписчики и гости канала. Какая-то консерва подписная. Будем заканчивать наш скромный репортаж из болот, из Чернигова, славного, доброго города, друзья мои. Буду искать дальше, ходить, искать. Если что-то найду, конечно же, покажу в коротеньких видосиках, друзья мои. Все. Всем хорошего, доброго дня. Мира вам, добра, крепкого здоровья. Мир вашему дому. Собирайте и коллекционируйте вместе с каналом «Что в старой шкатулке». Всем пока, удачи. До новых встреч
в эфире, друзья. Пока.